мне удалось пробраться на выставку, минуя пост охраны. Так что я здесь нахожусь пока на полулегальных основаниях. Выставка начнется лишь завтра, и посетители начнут пускаться только 12 марта. Но сегодня, к концу рабочего дня, когда все печи станут уже на свои места, мы обязательно пройдемся по всем стендам, посмотрим, что же привезли. И такой мини-анонс всей выставки выпустим, чтобы вы увидели его первыми. Но, наверное, самое интересное, что нас ждет на этой выставке, еще не привезли свое оборудование компания Везувий. Они явно нагнетают интригу, что-то будет. Я нахожусь на стенде компании Везувий. Это компания, которая тоже одна из нескольких, кто представил максимальное количество оборудования на своем стенде. Очень много новинок, причем новинок таких знаковых для компании. Очень много печей в облицовках. Облицовки все красивые, разнообразные. Собраны они просто идеально. На нашем канале вы могли видеть, как раз как мы собирали печь «Легенда ретро» в облицовке из талькохлорида. Здесь она также представлена, но уже в облицовке из змеевика. Вам ее тоже покажу, как мы ее собирали на выставке. Ну и, конечно же, наверное, один из главных экспонатов на этой выставке будет новинка от компании Везувий – печь Эверест. Это печь, которая в интернет-сообществе наделала очень много шума, но вы скоро узнаете, почему. Сейчас я вам все покажу, как и поэтапно эти печи собирались, устанавливались. И мы в итоге потом весь собранный стенд с вами пройдем, посмотрим. Обязательно поговорим о каждой новинке. Ну и если даже это будет не очень новая печь, то я обязательно сделаю акцент на ее интересных деталях. Первое поступление только с портала Везувий. Комплект «Президент» в змеевике. Дмитрий, что за печь собираем? Сюрприз. Вот задняя дверца каменки очень интересная. Она находится не под наклоном, то есть под воздействием гравитации она не будет закрываться. Но на ручке, на внутренней стороне, есть магнитик, который очень эффектно ее закрывает, и она плотно закрывается.
сборка портавок облицовки. Первый этаж собран. На него также будут навешиваться второй, третий и так далее. Ух ты, здесь, смотри-ка, рваный камень такой. Все собирается очень просто, я даже не успел отреагировать, как ребята все быстро очень собрали. Новинка от Везувия, печь Эверест в шикарнейшем конвекторе, просто шикарный, такая шагреневая текстура у него, рамка из нержавейки, простая, но очень элегантная, довольно симпатично. Очень тяжелая печь, вчетвером ребята ее устанавливают. Собрали конвектор для печи Эверест, а эта топка будет украшена сеткой, вон там стоит. Сейчас дождемся, посмотрим, как будет выглядеть. А вот в этой коробочке лежит облицовка президент Эверест пироксенит элит. Пироксенит очень красивый камень. Сейчас у нас будет возможность как раз сравнить все три облицовки. Том углу змеевик, талькохлорид и пироксенит. Вот эта сетка сейчас будет навешена на топку Эверест. Очередное ведро с кварцем вскрыто. Вот тут сколько было использовано. Кошмар. Но здесь самое интересное, что мы можем увидеть на этом стенде, это, конечно же, новая топка банной печи Эверест. Модульная конструкция, состоящая из боковых задней стенки, корзины каменки, отбойника, нижней пластины из литейного чугуна, изготовленным колосником, ящик зольника и, конечно, самый нижний элемент, основной, на который устанавливается весь этот ансамбль чугунных элементов. Подробно рассмотрим эту печь, попросим, чтобы нам провели экскурсию по ее конструкции и расскажем о всех новинках
компании Везувий. Нулевой день выставки подходит к концу. Очень громко, очень шумно, потому что работы на стендах еще не завершены. Все находятся в предвкушении от завтрашнего дня. Как отреагируют посетители на новинки компании? Что скажут? Проголосуют ли рублем за их продукцию? Увидим.